Ты смотри. Что, сердечко, что ли? Нет, это эти клапана, как они называются, хорошо сос? Насос. Лезь, сломал. Блин, туда не залез? Поменяли? А залезть то можно? А ну нам надо? Ну слушай, там круто реально, пап. Плохо держится, лучше правее брать. Это тоже левая плохо держится. А это вообще не прибит. Правой ногой туда, справа буду. И веревка справа у вас помогать. Герой. Я очень старалась. Ура! Кто герой? Попробуй в другом, так я буду слезать хотя бы. Прыгните, вы же прыгаете, умеете? Привет! Папа, кажется, проникается потихоньку духом путешественника. Скорее всего, это место стало более популярно с тех пор, как мы тут были. Да просто народу в 4 раза больше приехало. Потому что народу приехало в 4 раза больше, друзья. Правую ногу в углу. Куда? Правую ногу в углу, старайтесь зайти. Вот эту? Да. Там канат нормально. Молодцом, молодцом. Забывайте, что это вы приделали эту ступеньку, да. Да. Рисковать особо не стоит. Да и другие левые, все левые плохие, короче. Красава! Не просто заброшенная, что делалось, она заброшена просто изначально. Сколько же голодных детей в мире можно было накормить вот на все это? Обычный дом, если этаж 8 где-то. Не, ну я не знаю, я сам, честно сказать, таких решил. Почему тут остановка богомол был? А может она его вот просто вот решила? Вот она вот решила богомол. Кукольный театр называется. Как? Ну карточку мы успели, а магазины вот эти вот. Так. Магазины с туристическими товарами уже закрыты. Мы приехали в Феодосию, купили сим-карту. А сегодня мы еще обгорели, но в общем мы сейчас приехали искать либо направляющие отдельно для палатки, либо отдельно маленькую палаточку. Проехали по городу, папа в восторге. Говорит, детство. Ах, детство, да, пап? Мне понравился этот город. Бывает, знаешь, как не нравится, а этот мне понравился просто. Типа нашего фикс прайса, сейчас будем смотреть, что это вообще есть. Ну какое? Сомнение. Рыночек. Вот она. Слушай, а от этой палатки можно будет, купив направляющие, использовать? У нас вот эти вот буря обломала. Да они? Ну а что? А вы этот вы не заезжали у нас есть в Феодосии в центре? А вы нам сказали, что закрыто. Туристический. Дождь, я думаю, она точно не выдержит. Даже не думаю. Дождь не выдержит, да? Ну не, если дождь пойдет, она точно не выдержит. А эта палатка об этом. Я такую покупал. Ну и что? Она у нас и право протекла. Да, мы тут уже поплыли. Антох, знаешь, мне предложение? А давай мы лучше спортивную, ну, какую купим нормально. А завтра мы в любом случае в каком-нибудь крупном городе наверняка будет. Если в Феодосии есть, значит, это может быть и в Севастополе. Погнали, погнали. Туда, значит, получается 300 метров, туда 700. Доброе утро. Доброе утро. Мы проснулись, находимся в кемпинге. И очень хорошо. Тут есть душ и туалет, но не в душ и туалет ходить там не хочется. Да, пришлось остановиться в кемпинге сегодня. Вторая ночь у нас. Голос сел, кстати. А выбора не было, потому что мы под вечер уже приехали в Феодосию. Магазины почти там закрыты все были. А до следующего пункта, там, прилично километров. Остановились в кемпинге, это чуть дальше Феодосии, чуть раньше Феодосии. Тут их много, и каждый из кемпингов, он платный. То есть
Цена оказалась адекватная, так что папа сказал, все, останавливаемся, так что мы тусуемся в кемпинге. Ничего вчера не делали, потому что сгорели, всем плохо, вот, поэтому выпили чай, легли спать. Так что, ну, тут не очень, потому что вроде как туалеты есть, они все отвратительные, то есть там прям такое отвратительное очко, почти как на трассе. Я в джинсах не смогла сходить, душ есть, но желания сходить в душ тоже нет, оно там дырочка и... Не очень все цивильно выглядит. А в травку ты тоже не сходишь, потому что вокруг тебя куча соседей. Поэтому мы сейчас без расстояния, наверное, будем папу и гоним дальше. Доброе утро. Геша кого-то унюхал. Гав-гав-гав и убежал. Я за ним. Пошел вот так вот. А что, в темноте-то не вижу. Вон, кстати, люди уехали. Вот. Очки пошел одевать. Смотрю, он здесь уже. Ну, хрен тебе. Я его на переднем сиденье. А, вот, вода утонула. Вот он, вода утонула. Нет. Мы в поисках родника. А, вообще, второго места, в первом месте родника не было. Вообще, это была городская зона. Во втором месте приехали, а вода утонула. Поэтому продолжаем поиск воды. Думаю, что все будет хорошо. Жара плюс 34, очень тяжело. Катастрофически. Ладно, поехали до следующего места. Едем в родники. Сарик, далеко не стал убирать. Так, слушайте, вода там вряд ли, наверное, будет. Да, да, ничего не надо. Если увидим, вернемся. Единственное, попить с собой, может, стоит взять. Вдруг пить захочется. Я пошел. Фляжку у вас взять? Мне не надо. Набрели на развалины, как он называется, древний армянский монастырь. Монастырь, церковь, да? Нет, монастырь. Это монастырь? Да. Ничего себе. Вот, гуляем. Собственно, мы приехали сюда за родником, но родник пересох, и я зато сделал доброе дело. Без этого никуда. Лопата и туалетная бумажечка. Виды тут, конечно, потрясающие. Море там вот сзади. Сидим, ждем, когда родник на роднике очередь подойдет. Мы застряли в пробке в первой, и она на роднике. Кайфуша. Ну ничего страшного. Хотя мы могли поехать дальше в другой родник. Сядь на меня. Заходите, пацаны, давай. Привет. Это был тяжелый день. Мы остановились под Судаком. Смогли подъехать, нашли место, разбили палатку у заброшенных зданий. Успели покупаться в море, успели поссориться, успели съездить на рынок, купить фруктиков, овощей. Сейчас раскладываемся. Вот, надеюсь, нас не сожрут муравьи, и все будет круто. Очень красивый розовый закат. Купили направляющие сегодня для палатки. Поэтому все починили, он сегодня спит не в машине, а в палатке, по-моему, это здорово.
Пойдем смотреть виды. Они офигительные. Арбуз какой-то невкусный. Он, я не могу сказать, что он невкусный, но он не вкусный. Ну, вообще сладкий. Понятно. Не кислый. На самом деле место хорошее здесь, несмотря на то, что это вроде как считается общественным пляжем. Мамочки, детишки, бабушки, собачки. Единственное, что какашки плавают детские по морю, но это бич общественного пляжа. Главное, что мы нашли место, вот, купили направляющие, нашли место, где встать. Сейчас будем готовить ужин, кушать арбузики. Три в одном. Море, стоянка спокойная, заброшка, приключения. Угу. Прикинь. Гек. Гек, иди сюда. Так, у нас вот огурцы еще соленые. Да, о, кстати, соленые огурцы с этим. Это же как. Вот. Слушай, а так вот на воздухе, особенно после плавания, так пахнет классно. В этом весь, вот весь цимус. Гречка, тушенка, фасоль. Еще нас ждут соленые малосольные огурчики. И соус тут какой-то кисло-сладкий. Чем хорош отдых с папой? Подъезд, все. Чем хорош отдых с Арбатой? Подъезд, оба все. Она откусила это все, что осталось. Один вам, другой мне, говорит. Я, короче, понадкусывала малосольные огурчики, мне было просто любопытно попробовать, каково это. Я думал, что он пришел с рынка, пропитался этим запахом огуречным. Оказалось, он это взял. Знаешь, бывает, с рынка приходишь и пропитан этим запахом малосольным. Так мы моем посуду. Да, Маша захотела кофейку. Срочно, говорит, мне кофе подавай. В принципе, ты кофе, а мы так чай, нет?